В администрации городского округа Люберцы обсудили изменения в пенсионном законодательстве, которые вступают в силу с 1 июля этого года. Новые выплаты положены беременным женщинам, а также родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет. Размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе. В случае с выплатой неполным семьям, то есть это когда мама или папа воспитывает детей, выплата будет установлена 50% прожиточного минимума ребенка. В случае с беременным мамушкой, старше на ранний срок, это 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого человека. Важное условие для получения этих пособий – размер дохода семьи. Он не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения. Заявления на новые выплаты станут принимать с 1 июля. Его можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда.